Вуаля! С вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео. Это рубрика не Ингвар Ньюс, это рубрика не вся правда о трансформерах, да? Это не размышлялки и не еще какая-то там рубрика. Сегодня у нас особенный день, такой волшебный. Я говорил вроде бы в размышлялках, когда подводили итоги августа, что сентябрь он такой вот волшебный, да? В каком смысле вы сейчас все узнаете, потому что именно в этом видео вы все поймете что да как. Возможно, картинка, название и определенная дата все выдает, потому что сегодня что у нас правильно? 10 сентября, конечно же, да, 2022 год. Ну, если на русу, en ruso, si, porque, как говорится, no español, русу, там еще какой-нибудь лингва, как бы 16 сентября, да? А что это у нас за день такой? Он не просто такой день 16 сентября, просто кто-то написал в календаре 16 сентября, да? А завтра будет 17. Нет, сегодня у меня получается день рождения. Опа-на, как получается, да? То есть что-то как-то чего-то там вот мы ждали, да, какое-то время, а тут хлобысь, 16 сентября, и как бы и праздник, и день рождения, и это самое, и подарки надо, да, показать, а там, значит, что будет, а там, значит, обзоры будут, а там, значит, стримы будут, а там, значит, ё-моё будет, там вообще, как это, в общем, вот что будет. Сегодня я с вами поделюсь, конечно же, своими подарками на своем импровизированном столе, лучше вам не знать, из чего, как я тут сделал, просто вы видите часть а-ля стола, и этого уже будет хватит, достаточно, потому что лучше не знать, что до чего, да как, надеюсь, он, ну, не развалится. Самое главное вот это, я надеюсь, что он не развалится. Поздравления я еще, честно, не читал, я просто проснулся, умылся, как бы походил, шестерней пошевелил, как говорится, и подумал, надо снять видео как можно скорее, чтобы все успеть добавить вовремя. Так что обязательно ваши поздравления я прочту, всем напишу спасибо. Это я сделал немножко попозже. Давайте переходить к самим подаркам. Сразу же скажу, что все, что здесь куплено, практически все я купил по скидки. Некоторые вещи, правда, покупал без скидки, но там просто цена была ничего. Но то, что вы видите, сами такие большие вещи, грандиозные, это покупал, правда, по скидке, потому что, ну, если я покупал бы все без скидок, без акций, честно, мой бы кошелек не выдержал. Со скидками еще более-менее я как-то это сумел купить. То, что сильно очень я хотел, я это наконец-таки купил, приобрел. Тут имеется как Лего, как рестлеры, так и трансформеры. Вот оно что. А даже есть и два и в одном. Что это да как, сейчас вы, конечно же, узнаете. Все, как обычно, у меня упаковано в таких новогодних праздничных мешочках. Ну, просто другого выбора нету. А одна вещь вообще у меня упакована в мусорный мешок. Вообще, да, как бы праздник. Соглашусь, празднично. Улыбочка должна быть, но в общем. Как говорится, вещи действительно очень офигенные, ценные и редкие с какой-то стороны. И, как вы знаете, у меня такая, как бы, как традиция, я покупаю подарки себе заранее, да, потому что за один день, честно, это все не купишь, тебе просто могут не доставить, а когда ты копишь-копишь, получается уже очень что-то такое неплохое, да, не маленькое количество вещей. То есть я уже где-то начал закупаться на свой день рождения, наверное, где-то за 2 месяца плюс-минус заранее. Я думаю, вам тоже стоит так делать, потому что, правда, когда ты покупаешь подарки в этот же день, в твой день рождения, например, то я не знаю, что можешь получить, что ты себе сможешь купить. Хотя другие, возможно, наоборот, проходят день рождения, отмечают, а подарки уже, например, там завтра или послезавтра, возможно, так намного еще круче. Но я как-то привык так, покупать заранее, где-то складывать, держать, и потом хлобысь в свой день рождения столько подарочков. Я думаю, это очень тоже неплохой такой ход. Что же, наверное, давайте я приступлю, и приступлю, наверное, с самого огромного мешка. Вот такой мешок, он огромный, тут всего лишь 2 вещи, но очень офигенные вещи. Вот, да, такой мешочек, что там написано, Нью-Йорк, нет, я не из Нью-Йорка, наверное, было бы круто, что я с Нью-Йорка, но как бы я не оттуда. Тут у нас 2 огромных набора. Да, лего набора. В общем, такой мешочек, ничем он не примечателен. Давайте я просто его на пол опять же поставлю и вытащу. Давайте вытащу я сначала вот такой наборчик.
А именно Lego City, конечно же, магазинчик. Я говорил в рубрике Ingvar News, расхваливал, что этот набор офигенный, так оно и есть. Раз этот набор в моих руках, значит, он действительно офигенный, и вам рекомендую тоже приобрести, потому что, ну, здесь имеется все. Дорога, машины, люди, прилавочек, магазин у нас имеется, конечно же, кассы, тележка, склад, все. Вообще все абсолютно имеется, что есть в реальности. И это самое крутое, что должно быть в серии Lego City, конечно же. Покупал я со скидкой. Вроде бы он обошелся мне в 58 или 55 евро. Да, скидка небольшая, но хоть какая-то. Доставили более-менее нормально. Тут царапинка, тут что-то чего-то. Но это не критично. Хотя бы дыр нету. Потому что когда я заказывал малюсенький Lego наборчик очень давно, пару лет назад, вот там мне доставили, конечно, не так себе. Просто маленький Lego Star Wars наборчик Microfire. С двойной, да, и просто дырище. Как, чего, что, у кого там был мощный палец, он дырку сделал, или что, я не знаю. И второй набор с этого огромного мешка, это, конечно, что-то с чем-то, и это у меня вообще впервые, то есть данная серия, а именно серия Architecture, вот оно что. Да, я сумел все-таки приобрести что-то из этой линейки, из этой серии, провод мешает, то есть я решил приобрести пирамиду. Правда, офигенная вещь, тематика египетская, вот этот древний Египет и так далее, мне правда интересен, тем более играл в Assassin's Creed Origin, и я по этой пирамиде бродил, в пирамидах бродил, вообще по пустыням ходил, там, то с жирафами, то на лошадках, то еще на чем-то, как-то, где-то. И действительно, все понравилось, классно, офигенно. А тут еще и Лего такое выпустили, я такой посчитал, это я должен взять. Это что-то невероятное, конечно же. Без скидки он вроде бы стоит где-то 168 евро, где-то так. Я купил со скидочкой, если не ошибаюсь, или за 115 евро, или за 125 евро. То есть действительно скидка такая неплохая, то есть офигенная. И все Лего наборы, которые буду вам сегодня показывать, я покупал с того же самого сайта, ну, конечно, в разные дни. Доставили, как мне кажется, очень даже хорошо. Ну, чуть-чуть, может быть, есть какие-то тут странности, там помяли, но это не критично. И, как вы понимаете, все эти лего-наборы мы будем собирать на стримах. То есть, со следующей недели будут у нас стримы. Один стрим в неделю, когда, какого числа, во сколько, я напишу в сообществе канала, так что чуть-чуть нужно подождать, терпение. Но все это будем собирать на стримах, я думаю, будет очень весело, круто, забавно. Будем общаться, собирать, смотреть, и, в общем, офигенно будет, да? Вот такой наборчик, впервые имею серию архитектуры. Невероятная покупка. Конечно, самая главная проблема, я не знаю вообще, куда это все поместить. То есть, честно, у меня места для таких вещей нету. Но как бы, а я об этом-то и не думал, да. Мне понравилась вот какая-то вещь, я такой посчитал, ну надо купить. А куда ставить? А какая разница? Вот я домик из бумаги, когда клеил, делал трехэтажный, который вот тут у меня стоит, да. Я что, думал, куда его буду ставить? Вы скажете, нет, я не думал. Я просто придумал, я хочу вот это сделать. Все, сделал. Куда ставить? Ну, куда-то. Куда-то поставим, вот где-то как-то стоит. Конечно, не знаю, может, сейчас уже за года немножко он поднадоел, мешает, и надо ему куда-то переместиться. Пока не знаю, думаю, что с ним делать, и выкидывать, честно, не очень хочется, разбирать, тем более, может быть, где-то что-то он в другом месте будет стоять, может быть, просто как-то я его переставлю, или уберу, или спрячу, пока не знаю, но вот что с этими вещами делать, некоторыми огромными, я не знаю, но место я, честно, найду, потому что великая перестановка все-таки идет дальше. Так, один мешок мы распаковали, давайте, наверное, мы с маленького мешочечка, вот такого, маленький, вообще компактненький, давайте вот сюда я поставлю, то есть, как раз у нас сейчас продолжится Лего тематика. Почему? Потому что у нас имеется что? Магазинчик, да, вы видите здесь немножечко. Но я говорил, что и другой наборчик очень даже крутой. А именно вот такой Лего, конечно же, наборчик тоже крутой, не менее крутой. То есть вот такая очередная машинка. Мы знаем, что у нас имеется уже таких три подобных машинок. Это пиццерия и, конечно, мороженица, да, как мы называем. Есть теперь овощная машинка. Здесь, конечно, она у нас побольше по размерам. Тут у нас добавили, как бы, как и прилавочек, и как бы грядки, три фигурки, что, наверное, неплохо, если честно. Ну и сама машинка-то неплоха, да, она похожа, но тут получается у нас смесь двух машинок, и в итоге вот такой результат. То есть набор, правда, прикольный, сгодится, особенно когда имеете вот такой, как бы, комплект, один и другой набор, так получается интересная композиция. Ну и плюс еще я еще этот взял набор не потому, что вот это вот, вот так вот сделать, а потому что у меня имеется уже две такие подобные машинки, и как бы продолжить такую коллекцию. Тоже набор по скидке покупал, где-то
где-то обошелся в 30, нет, не в 30, в 25 евро, в 27 где-то так. То есть, правда, достаточно дешево. Теперь мы перейдем, наконец-таки, к трансформерам. Да, они у меня тоже имеются. И этих трансформеров я купил уже не у себя, не в Литве, не в городе, не с сайта, а с другого сайта, где можно покупать, где можно купить, например, с моей стороны Литвы, либо еще с Польши. И эти вещи достались с Польши. Я, честно, не ожидал, что у меня такое будет. Я думал, что все, трансформеров больше новых не будет, потому что у нас не появляется. А, честно, у нас с новинками очень даже ужасно. Лего еще есть, а трансформеров это вообще, типа, трансформер, что это? Не знаем, что такое. Вообще не знаем, поэтому, как бы, извините, нету. Но сайт польский, как бы не то, что польский, ну, как бы смесь Литва и Польша, меня сильно удивило и поразило. Увы, там тоже один новый продается, и серии студии Series, увы, его купить не могу, потому что просто, ну, нет такой кнопочки купить. То есть, значит, не все можно купить с Литвы. В общем, тянуть не буду, у меня имеется впервые трансформер из серии Legacy. Да, это что-то невероятное. Я не ожидал, что у меня будет вообще серия Legacy, потому что у нас пока что в стране не продается. Может быть, в столице есть, но лично в моем городе этого нету, и это печально. И я нашел там из серии Legacy, конечно же, вот такого Decepticon Dragstrip, который относится к Менасору, а это гештальт. И если еще каким-то чудом удастся мне привезти еще 4 трансформеров, то будет Менасор. Получится или нет, я честно не знаю, но это сразу означает, что мы будем делать обзор на данного героя, да не только на данного героя, потому что еще кое-кто есть. Конечно же, этапов трансформацион 17, да, 10 сети. Сама коробка, правда, прикольная. Не помято, не порвано, ничего, доставлено все идеально. Здесь вроде бы не пылинки, то есть, правда, доставили идеально. Я, честно, не знаю, у кого, как, или это как контрабанда там, да, продавалась. Но ладно, мне не важно, самое главное, что у меня товар в руках, это замечательно. И цена вроде бы что за один, что за другой, вроде бы 25 евро, где-то так. То есть, еще цена более-менее. Но если доставку добавить, то 28. Еще цена приемлема, потому что такие подобные у нас могут стоить 40 евро. Deluxe класс 40 евро, когда уже примерно 40 евро плюс-минус Voyager стоит. То есть вот так вот все подорожало, да. Тут еще пластмасса у нас, конечно же, имеется, но мы это все рассмотрим в рубрике трансобзоры, это все будет потом. Вернемся к этому, рассмотрим, изучим, пощупаем, да. Вот у нас один такой товарищ, пусть вот здесь стоит, на пирамиде, как говорится, захватывают. Они же хотели захватить. Ну и последняя вещь, тоже из серии Legacy, то есть трансформер. Вот такой вот, Kickback, насекомое, кузнечик, если не ошибаюсь, а нам сейчас как раз впихивают, кушайте кузнечик, кушайте всего, беречь природу и так далее, параши еще та, ну, в общем, то есть, такого тоже я нашел. Я был в тот момент, когда их обнаружил, просто в шоке, что, как бы, блин, эти трансформеры продаются там, за такую цену я еще купить могу, а действительно не обманет, и действительно не обманули, то есть, вау, офигеть. 14 этапов трансформацион, то есть, которфе этапы, да, этапы, точнее, это которфе пасус, офигенное оформление, мне пока все нравится, все это рассмотрим, конечно же, в специальной рубрике, изучим что да как. Вы скажете, ну, наверное, все, но нет, мы еще должны две вещи рассмотреть, и, наверное, я даже не знаю, как тут быть. Давайте распакуем в мусорный мешок, да? То есть, как бы, ну, это же не порядок, да? Вот это вот, что это? Я не... Шум, да, вы слышите шум, это конструктор, это Лего. Я не знаю, вы уже понимаете, что здесь, не понимаете, что здесь, возможно, догадываетесь, может, видите, но когда я нашел данную вещь, я буду распаковывать и говорить, когда я нашел данную вещь в магазине, чисто случайно обнаружил, я не знаю, я не стал записывать на видео эти эмоции, но честно, я в тот момент был не то, что в шоке, я не знаю даже как-то описать, какие еще слова, глаголы, прилагательные или еще что-то можно сказать. Я просто, как бы, я вообще не ожидал, что я это обнаружу, тем более это купил по скидке, также по скидке, то есть он стоит, вроде бы, этот набор 170 евро, а со скидкой он мне обошелся вроде бы где-то в 120 евро плюс-минус. И я просто был в таком шоке, что, как бы, я, во-первых, нашел этот набор, который сильно хотел, в том магазине, в котором я, как бы, не ожидал, так плюс еще и со скидкой, я просто в таком выигрыше. А я думал, что я куплю с сайта, вот, например, как пирамиду, а увы, там нету и нету, и до сих пор на этом сайте его нету. То есть, это у нас машинка DeLorean Back to the Future. Вот такой офигеннейший набор.
набор. Это правда невероятный набор. Это офигенная вещь. Если кто скажет Лего для детей, то извините, посмотрите на данный набор и сразу вам станет ясно, что Лего не только для детей, а для взрослых, тем более написано здесь 18+. Как бы, если кто скажет 18+, это тоже дитё, но как бы, в общем, извините. В общем, Back to the Future, машинка DeLorean, офигенная, шикарная, прелестная, придраться не к чему, если честно, не к чему, и тем более она еще как бы 3 в 1, ты можешь как бы по первому фильму сделать, по второму или по третьему, еще и подставочка, то есть вообще коллекционная редкая вещь, она у нас тоже каким-то чудом продавалась, продается, наверное, или нет, потому что когда в магазине ее купил, там еще один DeLorean был, то есть получается всего 2 было в продаже, один у меня, второй не знаю, кто-то взял, не взял, но в общем вот столечко. Вот такую вещь тоже на стриме будем собирать, и это невероятная находка, покупка, где-то в 120 евро обошелся мне, если не ошибаюсь. Так, вот здесь вам видно, вроде бы да, получается интересная картина, picture. Да? Ну и что же, остается последний пакетик. Давайте я вам припомню, давайте я вам покажу, напомню, что здесь. То есть, ну просто что-то, чего-то, не знаю, вы поняли вообще, что вот здесь. Ну неважно, если вы даже поняли, ничего страшного. Значит, давайте, наверное, начнем не с вот этой коробочки, а начнем с рестлеров. Да, еще одни рестлеры с Польши. Тут у меня имеется, хотя не то, что рестлеры с Польши, тут еще один есть, который не с Польши, да, как-то так. Хотя там, подожди-ка, там еще оказывается есть рестлер, ёшкин кот. Я не знаю, наверное, мы это все на стриме рассмотрим более внимательнее, детализированно, потому что здесь как-то, ну, так это, раз-раз и что чего. То есть, я нашел, конечно же, с Литвы вот такого рестлера, то есть, это Нивел, да, либо же это, конечно же, Пак, который сейчас в AEW. Офигенная фигурка, серия Basics, конечно же, но хотя бы такой, чем вообще никакой. То есть, я доволен данной фигуркой и замечательно. Теперь он у меня тоже будет иметься. Так, надеюсь, падать он не будет. Нет, не будет, потому что нельзя. Затем я нашел вот такого Шеймуса, это уже вроде бы с Польши, с Иракезом. Это вообще невероятная фигурка. Да, у меня есть Шеймус, но тут он вообще с другой прической и с бородой. А у меня, считайте, ну, как бы с другой прической, такой более квадратный, скажем так, и без бороды. То есть отличия есть, может быть, не супер колоссальные, но они имеются, и тем более кое-что я там делаю, и как бы он, правда, очень сильно даже пригодится. Цены, я могу сказать, очень более-менее такие адекватные, приятные, то есть где-то, если не ошибаюсь, 5 евро, а который с Польши где-то... Вот это, если не ошибаюсь, в 7 евро, а которые, вот сейчас вам покажу, две мадам, вот они у меня, они обошлись уже чуть подольше, подороже, потому что эта серия Elite вроде бы где-то в 15 евро, а она где-то в 14 евро плюс-минус, потому что тоже вроде бы серия такая, как Elite. То есть, это Наталья, вообще замечательно, что она у меня имеется, здесь она помоложе выглядит, и честно, узнаваемо, замечательно, пополняем как бы коллекцию Див. Ну и, конечно же, Бейли тоже из серии Elite, то есть это ее как бы как первый, что ли, выход, не выход, как она еще была такой добренькой, конечно же, но здесь проблема в том, что я вот не помню, на фотографии было это заметно или нет, то есть у нее здесь не хватает прически, волос. Это печально, что она как бы без волос здесь, считаете, да, должна у нее здесь такая как бы как коса быть, но ее не имеется, придется как-то мне дорабатывать, из картона делать, как-то красить, еще что-то. Вы говорили, а ты делаешь, например, какие-то там ремонты фигурок, вот, предстоит ремонт, вообще не знаю, как делать, как быть, но что-то надо будет честно сделать. То есть, вот таких я нашел, конечно же, фигурок. Такие фигурки я нашел. Там еще, честно, в Польше имеется много фигурок. Вот просто целая куча. Но, конечно, за раз я приобрести не могу, потому что, как бы, ну, надо проверить, точно ли доставят. Еще и, как бы, денежки, да, надо иметь определенные, чтобы купить то или то. Поэтому постепенно заказываю. Думаю, в будущем еще на закажу и с вами поделюсь. И пополню коллекцию, конечно же, рестлеров. Дальше начнем, продолжим, точнее... Я вот такого еще товарища нашел, эксклюзивный трансформер из серии Трансформеры 5, последний рыцарь, Legend Class Hot Rod. Вот это вообще невероятная находка, это у нас подсерия, как бы, если не ошибаюсь, называется Autobots Unite, то есть объединение автоботов, то есть такая подсерия Hot Rod'а. У меня имеется, конечно же, Hot Rod по 5-му фильму Deluxe Class, а это Legend Class, потому что мне как-то маленькие трансформеры правда нравятся, и он здесь вышел достаточно прикольно, хорошо. 5 этапов трансформацион, и этого трансформера я открывать
вообще не буду, потому что он, во-первых, такой как бы как редкий считается, эксклюзив, не эксклюзив, и как бы в Польше найти такую вещь где-то за 5 евро у меня обошелся, это что-то с чем-то, то есть я открывать его не буду, ценность буду хранить, копить, я думаю, как бы на пользу точно пойдет. То есть мы это на стриме, конечно, повнимательнее рассмотрим, и также я когда вот заказывал его, я хотел еще кое-чего заказать, а именно Bumblebee 2007 года Deluxe Class. Я вот не знаю, покупать, не покупать, думаю, наверное, точно нужно будет взять, накопить денежки и купить, потому что иметь трансформеров с тех годов, 2007 года, 2009, к примеру, это, наверное, ну что-то с чем-то. Ну и что же, осталось совсем чуть-чуть, давайте вот рассмотрим ее в таком вот странном виде, хотя тут еще кое-кого вытащил, то есть очередную рестлершу, это у нас, конечно же, серия Basics, ну а что поделаешь, Basics так Basics, но фигурка, правда, шикарная, это у нас Nia Jax, то есть она уже, конечно же, не в WWE, ее уволили. Но фигурка, правда, сделана очень шикарно. На видео, точнее, на стриме рассмотрим. Правда, шикарная фигурка. Сделана отлично. Вообще проблем никаких нету. И артикуляция имеется. Похоже, во-первых, на нее. И это у нас она выглядит так, как когда еще перешла с NXT на Raw, если не ошибаюсь, да? Когда доминировала. И тут у нас вот такие еще рестлеры представлены. И могу сказать, что, наверное, из этих у меня чуть ли не все имеются, кроме Зака Райдера. Обидно, что его нету. В общем, давайте, наверное, положу ее аккуратно положу, потому что вы сами знаете, что Nia Jax способна, и тем более, как я теперь знаю, помню, вспоминаю, что вроде бы, да, она как-то выступала не особо так профессионально, были травмы, например, у той же Кайри Сейн, трясение мозгов, благодаря ей это как-то не очень хорошо и не очень профессионально. Ну и запакованный, конечно же, рестлер из серии Basics под номером 85, Seth Freaking Rollins. Вот такое нашел. Это вроде бы с Литвы, если не ошибаюсь, обошелся мне где-то до 10 евро, если не ошибаюсь, или дешевле, дороже, я уж честно не помню, я уже в ценах запутался. Запакованная фигурка, но я его, наверное, все-таки распаковывать не буду, потому что как-то, ну зачем мне он там будет мешаться в распакованном виде, а в запакованном я сохраню какую-то ценность, хотя я думаю, он вообще нисколько не стоит, может быть максимум 12-15 евро, но пусть будет в запакованном, рассмотрим еще повнимательнее на стриме. На стороне вот такие здесь представлены фигурки в этой серии. Очень хотелось бы иметь, конечно же, Алексу Блейз, вот эту блестяшку, офигеннейшая рестлерша, да и не только как рестлерша, если честно, открыто говорить. Ну и, наверное, еще кого-нибудь хотел бы иметь. Ну и что же, давайте просмотрим последнюю вещь, последний лего набор и будем заканчивать, потому что все, что можно, я вам показал. Я не знаю, вы увидели, вы поняли, что там такое или не поняли, но это набор 2 в одном. Эта серия не Creator, это вообще смесь всего. Хотя тут у нас, во-первых, три фирмы имеется, и это что-то с чем-то. То есть я вам представляю Лего Оптимуса Прайма. Вот оно что. Тоже у нас он продавался и вроде бы еще продается. И это тоже что-то с чем-то. Это невероятные находки. Вы видите, что у меня здесь в основном больше эксклюзивов, нежели обычных вещей. Да? Архитектура пирамиды, ну, может, и можно считать как бы эксклюзив, но он может и не совсем. Но, в общем, если, например, говорить про Back to the Future, так это эксклюзив 100%. Optimus Prime, ну, вроде бы тоже. Некоторые, например, вещи, вот, например, как Hot Rod, тоже эксклюзив. Legacy, в моем случае будет считаться как эксклюзив, потому что в моей стране пока этого нет в продаже. Ну и вроде бы как-то вот так вот. Вот такой шикарный еще, конечно же, Optimus, 1500 деталей, тоже 18+, тоже купил по скидке. Вроде бы он без скидки стоит 170, я купил вроде бы за 146 или 150, где-то так, или за 148. Ну, честно, сэкономил, это замечательно. Тут у нас имеется вот эти три фирмы. Lego, Hasbro, Takara Tomy, как говорится, да. Transformation, Суперсто у нас тут имеется, ну сколько, где-то пару этапов, да, может 5, Финку Пасус или Трес Пасус, ну в общем, различные другие штукенцы имеются. Ну и как бы коробка вроде бы доставлена относительно еще неплохо, хотя вот здесь чуть-чуть она покоцана, это не очень хорошо. Ну ладно. В общем, столечко покупочек, столечко находок и столечко подарочков я решил сделать на свое день рождения. То есть, получается, сколечко мне, а ну-ка, как говорится, в школе, да, как учителя детям говорят, детишки, а сколько будет, как говорится, 2 плюс 2 будет 4.
Ну и добавляем 2, будет 24. Ёшкин кот, да? А по мне не видно. И, наверное, это замечательно хорошо. Ну, хотя, может, не только поэтому можно определить, что мне не 24. Но, в общем, не важно, шутить давайте не будем. В общем, столечко подарочков решил сделать. То есть я пил-копил, работал, копил, смотрел, высматривал, выжидал скидки и в итоге купил. То есть офигеть, соглашусь, офигеть. Что-то невероятное здесь вышло. Так что все, что можно, я вам показал. Вроде бы ничего не забыл. Вроде бы ничего больше не затерялось. И вроде бы все пришло. И пока что вот это нужно разгребсти, рассмотреть, убрать, а потом снова заказывать и заказывать, пополнять свои коллекции, ростеры, компании, группировки и так далее. Наверное, буду заканчивать, потому что все, что можно, я вам рассказал, показал. Остается только что все это распаковать, рассмотреть, собрать. Ну, понятно, это все будет идти очень даже долго. Почему? Потому что мы что-то будем собирать на стримах. Пока одно соберем, пока другое. Время пройдет, там уже будет, может, и зима. Пока обзоры, то есть всему в свое время. Все будем постепенно рассматривать. Что будем на стриме собирать, я, честно, пока не знаю. Но, наверное, начнем с менее, как бы, грубо говоря, интересного. И закончим на самом интересном. Что будет в самую последнюю очередь, я даже не знаю. Как бы и Пирамида, и Оптимус, и Делориан я бы, наверное, хотел бы собрать в последнюю очередь. Но что именно в последнюю очередь собрать, я пока не знаю. А вот что в первую, я, наверное, уже знаю 100%. И это мы узнаем на следующей неделе. Все. Буду заканчивать, потому что, правда, все сказал. Все поздравления я обязательно прочту. Но кто уже, если поздравил, но я просто не прочитал, то скажу спасибо за поздравление. А остальным я отвечу уже лично каждому, либо в комментариях, либо ВКонтакте, или еще где-нибудь. Все, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк для поддержки, а также на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео. И, конечно же, увидеть себя в новых свежих видео. И в таких подобных, наверное, также еще, я думаю, ну и на различных таких обзорчиках, стримах, потому что именно там мы все это будем рассматривать. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.